Дорогие друзья, в этом двухминутном небольшом ролике мы посмотрим еще раз возможности блока навигация, а также его настроек. Мы сейчас видим, что название секции, а точнее тем нашего курса, обрезается справа, если название длинное. Можно правой кнопкой мышки открыть любую ссылку, любой ресурс в отдельной вкладке браузера или в отдельном окне. Вверху находится ссылка в начало. Если ее открыть, в данном случае в отдельной вкладке, то откроется главная страница вашего учебного заведения. Например, такая. Моя домашняя страница покажет вам или вашим студентам, ученикам, те предметы, на которые записаны вы, студентам или преподавателям. Ну а теперь попробуем изменить. Нажимаем в вашем курсе режим редактирования. У каждого из вас должен быть свой курс. И обратим внимание на иконочку действия. В этом случае появляется меню «Настроить блок навигация». Такая же возможность есть во всех блоках. И мы видим интересные настройки. Например, можно запретить перемещать блок в док-панель слева. Отображать категории в виде ссылок сейчас стоит «Нет», а можно включить «Да». И тогда все категории в вашем курсе будут являться одновременно и ссылками. Следующий очень важный момент – обрезать символы справа, слева или посередине. Мы выберем посередине строки, чтобы мы видели название темы, начало и конец видели полностью. Где отображать блоки? На всех страницах вашего сайта. Локальные настройки на этой странице выше, ниже и сохранить. Пожалуйста, обратите внимание, что мы получили новый формат представления блока навигации. Попробуйте эти действия в вашем курсе, и вы быстро все поймете. Спасибо.